La 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 la. Здравствуйте, меня зовут Валентин, и это моя культурная программа Нью-Йорка. Я сейчас нахожусь в Бенсонхёрсте, а за мной Кони Айленд. Вот эта вот непонятная речка, она раньше доходила до Шипсхед-Бэй, то есть район, который, если я пешком отсюда пойду, ну, наверное, мне как минимум полчаса топать, может быть и больше, ну, моим шагом полчаса. Так что передача не об этом на самом деле, просто кому интересно, вот там вот за мной прямо Кони Айленд. Это вот грязь, бардак, это все Кони Айленд. В пятницу можно посмотреть два фильма. Один из них в «Моме». Это такая странная черно-белая лента, снятая по мотивам незаконченного произведения Кафки «Америка». То есть для тех, кто любит Кафку, я думаю, может быть, и фильм понравится. Ну, а те, кто нет, не очень, я не советую ходить. Ist dir vielleicht plötzlich schlecht geworden? Nein. Also nicht einmal schlecht ist dir geworden? Ich habe nicht gewusst, dass man um Erlaubnis bitten muss. Das ist köstlich. Da, lies. Ich kenne den Paragraphen. Ich habe ja die Dienstordnung bekommen und genau gelesen. Второй фильм «Под открытым небом» в Вильямсбурге. Это тоже странная лента, но понять ее несложно. Да и странности, как бы, эти уже совсем не странности. То есть, скажем, это просто комедия с 18 лет. When you have inappropriate fantasies about girls, you shock yourself with a shock. That's sick. Feel the friendship. This is bull, Megan. It doesn't work. You are who you are. The only trick is not getting caught. He wants to be with you. Feel the love. To be inside you. В субботу нас ждут целых три события. Первое из них — это легенда джаза Конор Маккой. Он уже совсем старик, и кто хочет на него посмотреть, можно сходить в Центральный парк. А особого внимания заслуживают выступления хора геев города Нью-Йорк в Бруклинском музее. Это достаточно опытные ребята, выступают в церквях, на свадьбах, ну, теперь еще и в музее. Я на самом деле не шучу, туда обязательно стоит сходить, от души поржать, ну и, конечно, насладиться всей глубиной творческой мысли. Еще будет такая уличная пьянка в Бушвике, которую называют блок-пати. Туда съедутся всякие торговцы едой, барахлом, приедет рэпер Джудакис. Но в плане искусства туда надо ехать, чтобы посмотреть местных мастеров граффити, которые как бы сделали, можно сказать, Бушвик из Бушвика не помойку, а что-то такое прикольное. Вроде там в каком-то журнале читал даже Бушвик. Приняли в список 10 самых лучших районов мира. Ну, короче, если бы не граффити, то помойка помойкой. Jump out the window when the chick you got put two one in. I'm so intrigued and I want that spot when you whisper in my ear and leaves a wet spot. Major leakage, pipes is broke. Got a plumber on sight and he ain't no joke. Stroke after stroke, he be bringing the pain. Don't like to use it, but I'm calling his name. Семьям, бывшим семьям, короче, всяким семьям можно поехать в воскресенье в Four Children Park. Там будет музыкальный спектакль «Гадкий утенок». Это спектакль будет на какой-то такой скандинавский мотив. В общем, будет два музыканта, один будет играть на арфе, другой на гобое. Как-то они затравят утенка, дети должны прыгать, что-то показывать, рассказывать. Как... Короче, интерактивный спектакль, одним словом. Ну и в конце концов, во вторник будет еще один фильм «Под открытым небом», уже в Центральном парке. Это французская лента 60-х годов с субтитрами «Бездыханные».
Humphrey Bogart. Renoir. Le derrière. Action. Adventure. The Chase. Et film by Jean-Luc Godard. Le chapeau. The Égotiste. Le Smoking. Les Champs-Élysées. New York Herald Tribune. Tenderness. На этом пока все. Короче, привет вам из Нью-Йорка. Желаю вам всего хорошего и пока.